Привет всем! С Новым годом! У нас 1 января. И вот такая вот у нас погода. Без отопления. На улице солнышко, в теплице 28,3. Также в теплице у нас спящее царство, потому что днем у нас скачки температуры. Днем 28-30, ночью падает до 16. И в таком случае я использую такой подогрев. Свечи, таблетки, кирпич. Отопления хватает где-то. Сами свечи горят порядка 5 часов. Плюс еще несколько часов держит сам кирпич тепло. И, в принципе, вполне приемлемо. Температура поднимается до 18-19 градусов за ночь. Так, тут у нас спящее царство. Кто-то спит, типа мистики. Кто-то вроде мисти гонит новые листики. Нерва проснулась в сентябре после спячки. Так и стоит. Часть вот так у нас скинула листья. Кто-то стоит с одним листом. Полив у них раз в месяц, так как все-таки скачки температуры слишком большие для полива нормального. Вот детка Альфреско спала и тут выдала новый листик. Вчера я сняла с нее старый. Вот это моя любимая, самая первая луковица. Она уже почти разделилась практически. Фактически, да, она разделилась. Последняя чешуя лопнула. И думаю, в феврале я ее буду разделять, обрезать копыта, укоренять. И ждать деток от новых от копыта. Так, вот тут у нас тоже всякое разное. Это я не знаю кто. По-моему, какой-то Руби Стар спит, Эвергрин спит, Бенфика не знаю какая, настоящая или подделка, по-моему, это подделка, а настоящая, по-моему, вон там в горшке стоит. То есть я ее назвала условно Бенфика, потому что очень похожа цвета, и покупала ее на местном рынке, никто не знает, что за сорт. Остальные вот так вот колосятся. А чего им не колоситься-то? Тепло, светло. И здесь у нас тоже спячка продолжается. Это я вчера досыпала сюда грунт. Нашла, кстати, хороший способ поправить луковицы, которые так вот во сне заваливаются на бок. Попозже сделаю видео. Это вот та самая Velvet Nymph, которая стоит у меня отдельно от всех, ну, условно отдельно, потому что у нее вот такие вот полоски на листьях. То есть вполне возможно, это нехватка чего-то, потому что полоса идет вот так. Условно разделенный лист на 5 частей. Первая часть относительно чистая, вторая с желтыми полосками, центр свободный. Опять желтые и дальше чистые. Итак, все три листа. Вот тут у нас была соль. Поэтому я думаю, может быть, даже из-за соли это. Что, или перелив чего-то был. В любом случае, она в таком состоянии у меня стоит. Я ее не поливаю уже 2 месяца. Там еще достаточно грунта, воды внизу. Она у меня попадала под дождь. Чтобы был как следует конкретный перелив. В смысле, сама луковица не пострадала, но вот эта часть была залита. Дальше. Детки, детки, детки. Тут тоже все новые. Вот, наверное, Royal Velvet. И буду показывать, как решать проблему с таким вот перекосом. Что у нас дальше? Дальше тут мой творческий беспорядок. И самое главное, это гардены стоят в больших горшках. Самое главное, моя клевия наконец пришла в себя. 2 новых листика. Она у меня тоже стоит такая заброшенная. Из-за температуры, перепада температуры я ее не поливаю. В принципе, этого точки росы здесь достаточно. Впитывать ее по листьям. Да, роса тут выпадает.
Потому что дождик у нас заливает так, что вот здесь вот у меня лужи постоянные. Вот эта соль белая выступает. И если вот это у меня в теплице, представляете, что творится у меня в грунте. Это вся соль, которая выходит из грунта. Вот так. Вот такой у нас 1 января. Красота. Пока.